Ровно 25 лет назад Украина стала для тысяч афганцев вторым домом. Они вспоминают, в те годы не могли вернуться в родную страну и практически остались без крыши над головой. Поэтому вскоре в Харькове создали ассоциацию афганских граждан. Вместе бороться с проблемами было гораздо легче. Про Харьковские ассоциации афганских граждан знали правовые структуры по всей Украине. Афганцы получили возможности спокойно работать и кормить свою семью. Я хочу от имени правления нашей ассоциации и лично от себя выразить слово благодарности харьковчанам, въехавшим всему украинскому народу за поддержку, за понимание. Часть афганцев спустя пару десятков лет вернулись обратно, часть остались жить и работать в Харькове. Для их детей и внуков родной страной стала уже Украина. Поэтому, пережив ужасы и тяготы войны в Афганистане, хотят, чтобы здесь поскорее воцарился мир.